Дорогие друзья, уважаемые скульпторы, я вас поздравляю с благополучным окончанием 10-го международного конкурса по ледовой скульптуре. И мне очень приятно видеть ваши довольные, радостные, веселые лица, полные оптимизма. Слава Богу, все прошло хорошо, никто не заболел, все остались живы, с чем я вас и поздравляю. Хотелось бы от лица общественности вручить призы отдельным участникам конкурса. Это... Dear friends and participants, we are very glad that you are all gathered here to close the 10th international competition Ice Fantasy of Ice Sculptures. We are all very glad that you are all safe and you didn't catch cold or you are not damaged by your sculptures or by your works. And we want to greet and we want to give special prizes to some participants of our competition. Еще хочу сказать, что действительно это был настоящий международный конкурс. Он подтвердил статус очень серьезного и достаточно крупного конкурса международного по ледовой скульптуре. Поэтому мне очень радостно видеть эти замечательные, удивительные композиции. За 10 лет, за 10 чемпионатов и конкурсов я достаточно не видел таких прекрасных и профессиональных композиций, как в этом году. Итак, в первую очередь мы вручаем призы от общественного мнения, от дальневосточников и жителей города Хабаровска. Это любительские призы, призы от жителей нашего города, которые хотят подарить участникам, иностранцам замечательные подарки. The first will be Alain Bourman. Мотор, трамвай, сентрезон, сентребель. Мерси, мерси, мадам Элен. Бурные аплодисменты, господа. Агнес, Агнес, это тебе хотят вручить. Наташа. Наташа Панасенко. Courageous ladies of the competition. Хадрига, it's for you. We are very glad to see you here from Portugal, from such a good country. Сергею Николаевичу Логинову дарим Дед Мороза. Ну что ж, мы переходим к официальной части награждения участников 10-го международного конкурса ледовых скульптур «Ледовая фантазия» и молодежного конкурса ледовых скульптур.